Эй, всем привет, вы на канале Царьков Плей. А это у нас серия о выводах по игре, то бишь по второй части Horror Telltale 2. Ой, Horror Tile. Telltale. Это откуда-то... Telltale откуда-то у меня взялось, наверное, Batman Telltale, да? Telltale Series, да. Horror Tile 2. Выводы по этой игре. По второй части. Вторая часть сделана в принципе так же, как и первая. Только чуть-чуть передвинуты локации, чуть-чуть где-то что-то закрыто, чуть-чуть там, где-то не на своих местах. Также новые локации появились, или школа... А, ну школа у нас теперь стала открыта, то она была у нас закрытая, мы не могли туда войти, типа, ну и зачем нам как бы туда входить? Ну, короче, немножечко изменили, но структурировано. То есть, именно поменяли локации остались те же, только куда-то можно зайти теперь что-то взять. Во второй части. В первой части нельзя было, допустим, зайти туда и что-то взять в эту школу. Вот такие изменения немножко. В принципе, по графике осталось то же самое. По сюжету осталось, в принципе, то же самое. Так что вот концовка... Концовка, да, вот там непонятно. Если бы я все-таки убежал в красный лабиринт, что было бы тогда? Он бы все равно меня догнал или что? Не, ну серьезно, вот очень интересно, что бы было бы тогда? Но это ладно. В принципе, я, наверное, думаю, то, что в Ютубе уже есть прохождение в красном лабиринте. Так что, кто захочет посмотреть, тот посмотрит. Я просто думал, то, что он меня не поймает, потому что я же в режиме призрака. Типа, ну, как ты меня можешь поймать? Ты можешь максимум меня толкать, толкать. А я должен убежать в этот красный лабиринт и все, и узнать, что будет. Так что, как бы, насчет концовки здесь немножко непонятно. Но, в принципе, кто сможет понять, тот... сможет либо переиграть, либо же пересмотреть. А на этом все. Всем пока. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, делать подписочку на канал. И также, кто хочет помочь развитию канала, ссылка на донат в описании этого и любого другого ролика. А сейчас всем пока.